принципе, и заканчивается наша рыбалка сегодняшняя на оке. Вот. Клев вялый, непостоянный. Каких-то определенных выходов не было. Мы ходили единичные особи и периодично раз в 40 минут были поклевки, больше не было. Пока я спал, Руслан поймал на мой спиннинг лещика, штукнул, но не поймал. По сравнению со всем оставшимся сегодняшним нашим углом, это просто гигант. Соседи, которые стояли слева от меня, поймали также, чуть поменьше у них лещик. Прямо на 100-200. Тем не менее, начинаем собираться, время уже подходит к своему концу. Ночь была очень холодная. Жгли костер, собирали все, весь мороз по берегу. Все плевна, все коряги, все, что вынес по течению, уходили в этот вот лесок замечательно, который нас сегодня снабжал дровами. Вот. Очень сильный плотный туман. Не сказать, что совсем прям сильный, средненький. Очень холодно, практически полная луна. Вот. Так, в принципе, поклево. Плохо, плохо. Было лучше гораздо, когда ездил сюда, до этого. Был лучше. Второй выезд как-то не очень нефти. Я не знаю, что ты поймал. Русь, что там, Русь? Молчит. Что-то маленькое поймал. Вот, сейчас снимем улов сегодняшний. И начнем собираться. И, в принципе, садок вот он. Ну, в принципе, как-то вот так вот. Лещик весьма и весьма недурственный. Хороший, как я думаю, где-то в районе кило 200, кило 300. Поймал сначала рыбалки пару подвичек, потом были подлещики. В принципе, и все. Определенного нету. Клюет плохо. Плохо. Вот. В скором ближайшем будущем будет осень, сентябрь. О дальнейших выездах уже на Аку здесь я не знаю, не уверен. Холодно очень. Количество приклонки и приманки, вот и поклевки.